На выставке будут представлены круглогодичные курорты Кубани. Сочи, Геленджик, Анапа, Туапсинский район, Горячий ключ. Это санатории, новые оздоровительные программы, экскурсионные туры, различные виды активного отдыха. Горные лыжи и сноуборд, рафтинг, рыбалка, сообщили в пресс-службе Министерства курортов и туризма Краснодарского края. Всего на выставке будут присутствовать более 700 участников из 70 стран. Ожидается, что за время работы выставку посетит более 65 тысяч человек. Завершится форум 18 сентября. 15 сентября.